это происходит под чутким контролем всей Вселенной. И живое существо, которое должно родиться, получить матери, отца, уже, если говорить с точки зрения духовного существования, вечного существования личности, или духовного ядра, или души, или сознания, сознание не умирает, оно продолжает свое существование. И тот опыт, те желания, которые накоплены, они побуждают это живое существо получить новое рождение. Это находится, конечно, под строгим контролем высших сил, которыми мы не можем управлять. Но если говорить о рождении детей, то родители могут пригласить в свой дом, в свою семью чистую, светлую, благочестивую душу, если будут знать законы этого мира и знать, как это сделать. Слияние клеток происходит в момент оплодотворения, это после овуляции где-то, 14-й день цикла менструального, да, женщина еще не ощущает себя беременной. И когда этот эмбрион, оплодотворенная яйцеклетка, спускается по маточной трубе в полость матки, это уже душа. Он имеет хромосомный набор, как у нас с вами, как у всех людей, да? Вот. Он прикрепляется, он цепляется за жизнь, он пытается найти себе укромный уголочек в этой матке и прикрепиться туда. И видеть на УЗИ мы его можем уже где-то с 5-6 недели беременности. Мы видим сердцебиение, но мы не видим шевеления. Мы видим маленький эмбриончик и видим, как пульсация вот этих сосудов, которые, пульсация клеточек, которые потом станут сердцем. Мы не знаем, чувствует он или нет, но он живой. Сам сперматозоид уже живой. То есть процесс его движения, он напоминает движение жгутиковых. Первичных жгутиковых животных, да, простейших. Плюс он обладает неким подобием разума. Почему, например, он стремится именно туда? И почему он приходит? То есть это далеко не просто биологическая субстанция, которая не имеет разума. Очень даже имеет. И вполне возможно, что если мы говорим о жизни, о сознании, то частицы сознания есть уже там. Христианство, в принципе, исходит из признания абсолютной ценности жизни. Причем с точки зрения христианских церквей всех, жизнь начинается не с момента рождения, а, собственно говоря, с момента зачатия. Это уже, какая бы маленькая, незначительная она нам ни казалась, это другая жизнь. Душа ребенка попадает в тело отца, и определенного отца, конкретного отца, который больше всего подходит для рождения этой души. Ничего случайного не бывает, это все в соответствии с кармой, потому что душа, она уже имеет определенные качества, у нее есть определенные желания, именно в этой семье, в этом рождении она получает возможности для того, чтобы получить свою карму, хорошую и плохую, и удовлетворить или не удовлетворить свои желания. Вот именно в этом месте. Это из всей Вселенной именно это место. Душа ребенка, она закладывается, вдувается в тело ребенка в 4 месяца 10 дней. Вдувается, и пророк Мухаммад, мир благословен Всевышний, говорит о том, что стадия развития человека сначала она в форме капли, потом в форме сгустка, потом в форме жеванного этого мяса, и потом уже как в образе, в форме человека. Вот эти стадии проходят, и вот в 4 месяца 10 дней ангелы приходят и вдувают жизнь. И там уже указано его удел, счастлив либо несчастлив будет этот человек, и каково будет его пропитание. Человек приходит в этот мир, он уже для своих родителей, он дается как аманат, как не то что подарок, а то, что дается на сохранение. Аманат – это такое понятие, то, что дается на сохранение. Знаете, где мы? В царстве будущего. Все эти дети еще не живут. Они только ждут часа своего рождения. И тех, для кого этот час пробил,
само время провожает к их отцам и матерям. Тут тысячи таких залов, и в каждом из них множество самых разных мальчиков и девочек. Их так много, что они будут рождаться до скончания веков. Мне уже было около 35 лет, и очень хотелось стать мамой. Я была, наверное, уже теряла уверенность в том, что это когда-либо случится со мной. И поэтому часто было грустно. Почему же вот я до сих пор одна? Почему так у меня все не получается? Мне этого так хочется. Я не мыслю себя просто без детей, без этого продолжения, без этой радости в жизни. И в этот момент я четко услышала звонкий смех детский. Он был как будто вот здесь, где-то надо мной, над головой. Просто звонкий, легкий детский смех, звящий. У меня так всколыхнулось настроение. Вот все мысли куда-то разлетелись грустные. И до конца дня я была вообще в летящем состоянии. Я подзабыла этот случай. И, наверное, через полгода я узнала, что я жду детей. Час настал! Вы готовы? Мы готовы! По одному! Только те, кому сегодня положено родиться. Вас гораздо больше, чем требуется. Проходи по одному. А ну-ка покажи, что у тебя. Проходи так. А у тебя? Проходи. Следующий, кем ты собираешься быть? Агрономом. Замечательная профессия, рад за тебя. Проходи. Следующий. Ну а ты кто? Финансист. Слишком много финансистов развелось нынче. Вот что нужно действительно миру. Побольше честных людей. Их всегда не хватает. Ты кто? Честный человек, дедушка. Хо-хо! Вот про тебя-то я и говорил. Вовремя ты появился, проходи. Ну что ты встал? Долго тебя ждать? Я забыл коробку. Коробку? С моими преступлениями. С теми, что ты должен совершить. Так давай неси их сюда, но можешь не спешить. До свидания! Ваши мамы ждут вас! Скоро вы их увидите! Когда создается брак, когда создается семья, вот эти брачные отношения, они законны со своей супругой. Вне брачной связи запрещены. И вот часто из-за непорядочности людей, из-за безнравственности происходит вот часто вот, аборты, к примеру, да, они происходят от внебрачных связей. То, что люди, не беря ответственность друг за друга, либо идя только на поводу своих страстей, желаний каких-то, получается зачатие ребенка, и он, этот ребенок, нежелательный, он ненужный, и за счет этого происходят аборты. Но эти женщины, которые приходят к врачу уже с таким намерением сделать аборт, их переубедить уже сложно. То есть они уже решили для себя все. И это печально и обидно, потому что мы все равно пытаемся. Мы разговариваем с ними, мы проводим подобные беседы. Это совершенно отдельное от матери существо, и поэтому то, что достаточно лукаво называется, да, там, то есть искусственным прерыванием беременности там, или абортом, христианство это называет убийством, просто называет вещи своими именами. И здесь все упирается просто вот в мотивацию, в какой-то главный стержневой вот такой посыл, который есть внутри человека. То есть верующий человек, конечно, к этому относится однозначно как к убийству. Конечно, смерть никто не отменял в этом мире. Она по-прежнему остается, но не за ней последнее слово, и не она имеет власть над нами. А все библейские тексты свидетельствуют о том, что Бог выступает против убийства одного человека другим. Аборты в исламе запрещены. Это равносильно убийству живого человека. Если человек убил другого человека, это равносильно убийству всего человечества, говорится в Коране. Даже если наука говорит, что это ткань, да, это
ничего страшного в этом нет, это биологический процесс, это биоматериал. Но последние годы наука говорит иначе. Можно посмотреть видео, в которых видно, как плод, которому 5-6 недель, сопротивляется инструменту врача, пытается уйти в дальний угол матки, пытается ускользнуть от него. То есть он уже подвижен, он уже осознает опасность того, что с ним происходит, несмотря на микроскопические размеры. Я в юности работала в гинекологии и работала санитаркой там, конечно же, вот, и сталкивалась с различными случаями, и однажды была такая ситуация, что, я не знаю, по какой причине, уже взрослая женщина, ей уже было 50, решила избавиться от ребенка на достаточно большом сроке. А так это получилось, потому что никто не мог поверить, что это у нее беременность. Как она решилась на этот аборт, да? Как происходило это все, я сейчас не хочу эти страшные сцены описывать. Тогда это длилось несколько дней. И вот этот ребенок в ней постепенно умирал. И вот постепенно из нее его вытаскивали. К моменту, так скажем, завершения этой всей процедуры она была просто уничтожена как личность. Я общался с такими женщинами и могу вам сказать, что чувство вины возникает очень сильно. Но это страшное чувство вины, потому что оно уходит в тело. Человек пытается его вытеснить всеми возможными способами. Ходит в церковь, он пытается молиться. Кстати, дай бог, да, если он это делает. Он пытается с кем-то разговаривать, он пытается заводить еще детей и что-то еще. Но так или иначе, тем более мы знаем, что женщина не более сентиментальна, чем мужчина, да, более восприимчивая к этому. Что же с ней начинает происходить? То есть это чувство вины начинает притягивать к себе другие негативные эмоции. Страх. Страх расплаты. Страх наказания. Поэтому очень часто такие женщины, они идут на самонаказание в том числе, для того, чтобы избежать реального наказания. То есть риск суицидов резко возрастает. Сам по себе этот акт, он является противозаконным. Хотя сейчас это достаточно так. Противозаконным не в смысле законов государства, а в смысле законов Вселенной. Это некое нарушение законов мироздания, и, соответственно, за любое такое действие мы получаем определенные реакции. Определенные последствия. И последствия будет в том, что будет очень глубокая внутренняя неудовлетворенность, разочарование, депрессия и так далее. То есть, и последствия могут прийти не сразу, а это будет осознаваться и приходить к нам в течение какого-то времени. Поэтому прежде чем сделать такой шаг, нужно очень глубоко задуматься и понять, что вообще поставить на весы: сиюминутную какую-то выгоду, либо долгосрочные перспективы. Закон кармы таков, что если мы совершаем убийство ребенка, да, то есть совершаем аборт, то, соответственно, то же самое произойдет с нами. И, соответственно, все дети, которые вот, абортируются, да, то, видимо, они делали то же самое до этого. Закон кармы возвращается таким образом. Есть моменты, когда оправдан вот этот аборт, когда человек, например,
силу здоровья своего, да, то, что у него здоровье не позволяет рожать, и если это угроза жизни матери, то во имя того, чтобы сохранить жизнь матери, потому что она в будущем может еще родить, к примеру, да, либо хотя бы сохранить жизнь матери, то разрешено сделать аборт именно в таком случае. Либо при, ну, надо говорить об этом, нет, при изнасиловании, например, также разрешено сделать аборт на первых стадиях вот этого. Это оправдано. Либо угроза того, что ребенок рождается явно нездоровым, либо там без каких-то конечностей, либо, ну, вот в формировании, там тоже, в принципе, разрешено сделать аборт именно в таких целях. В социальной концепции Русской Церкви прописано, что ситуации-то могут быть разные. Иногда других вариантов просто нет. Есть такие вещи, как, допустим, к сожалению, внематочная беременность, которая, в принципе, не предполагает развитие рождения плода. Весь вопрос к оценке общества и к подходу. То есть это всегда было. Аборты придумали не сейчас. Сейчас их делают, допустим, хирургическим методом. Если мы откроем старинные какие-то каноны церковные, там, 4 века, 6, 7, 8, там очень много канонов против тех, кто вытравливает плод. То есть делались отвары какие-то, давались, да, и происходили преждевременные роды. То есть это всегда делали, только по-другому. И это был понимаете, разница в том, что это было, но обществом, и не только церковью, тогда вообще обществом, и византийским, и древнерусским это воспринималось по-другому. Я не хочу уходить, и рождаться не хочу совсем. Оставьте меня здесь. А нельзя мне вместо нее? Мои родители меня уже давно-давно ждут. Конечно нет, и слушать не желаю, а ты проходи. Никто не питает иллюзию, что аборты исчезнут совсем. Что это можно сделать. Нет, то же самое, как до второго пришествия Христова, да, церковь не говорит, что мы своими силами можем уничтожить грех вообще как таковой, к сожалению. Да. Но отношение к греху, чтобы оно было как к греху все-таки, что за ним следует покаяние, что, в общем-то, это должно быть не пропагандируемо как норма, как что-то такое совершенно свободное, как вот операция по удалению гланд, я не знаю, или еще что-то. Да? То есть вот такой подход на самом деле. То есть к оздоровлению все-таки общественной, чтобы понимание было того, что это, чтобы не было самообмана, что это вот что-то такое, да, так сказать, рядовое и нормативное на самом деле. Мы должны понимать, что это не игра. Вот вступление в половые отношения – это не игра. Это очень серьезно. То есть мы обладаем определенными функциями для того, чтобы призвать душу. То есть, иными словами, мы призываем душу и потом ее убиваем. Абортированные дети, да, это отвергнутые члены рода. И когда отвергаются какие-то члены рода, то во всем роду дискомфорт происходит. То есть и до нас, и после нас. То есть это на весь род влияет не на одного человека, не на семью, а на весь род влияет. И, соответственно, если производятся определенные обряды, ведические обряды, то можно это как бы нейтрализовать или минимизировать, по крайней мере. Вы знаете, удивительное дело. Иисус Христос дает нам возможность любой наш грех через веру, через обращение к Нему замолить. Бога человек может ощутить раскаявшимся сердце. Как только человек раскаивается, он может сразу ощутить Бога, потому что сердце очищается. И, соответственно, если человек раскаивается, если он по-настоящему раскаивается, он искупает свой грех. Нет вообще каких-то грехов, которые мы могли бы сделать и которые бы заслонили в конечном итоге милосердие Божие. Даже если все человеческие грехи собрать в огромную, извиняюсь, зловонную кучу, да, она таковой и будет, она любви Бога к нам не отменит. Это абсолютно точно. Это глубокое христианское убеждение. Мы, врачи, как-то себя успокаиваем, что, ну, эта женщина приняла решение, да, это ее ответственность. Мы лишь проводим процедуру, которую она пришла. Но груз вот этот, он все равно как-то лежит за плечами, и я его чувствую иногда. Я иногда даже испытываю чувство вины, что я это делала. Но, к сожалению, это работа. Вот, наверное, такое было отношение тогда к этому. Но вот последние 5 лет я уже не занимаюсь этим, к счастью.
Господь никого не отвергает. У нас есть глубокое убеждение, что Господь не то, чтобы, как некоторые считают, ищет, чтобы такое вот в человеке греховное найти, за что бы его осудить. Такое, у меня личное ощущение о Боге такое, что он, наоборот, ищет, чтобы такое светлое в человеке найти, чтобы все-таки его помиловать. Трудности, они всегда есть. Они есть, когда ты не мама, когда ты просто живешь. Но здесь этот особенный труд, он тебя двигает, всегда дает силы на то, чтобы его делать. Потому что ты живешь этим трудом, и он питает тебя, и ты хочешь расти, хочешь идти дальше. Трудно быть хорошим родителем, но быть мамой – это счастье. Высшие силы, они никогда не оставляют нас. То есть, во-первых, не надо отчаиваться, не надо считать, что ты вот абсолютно как бы предопределенно, да, как бы один со своей бедой, только на самом деле, если молиться, Господь тебе обязательно все-таки поможет. И самое главное, что нужно помнить, что как бы трудно ни было, ничто и никогда не сравнится с радостью материнства. Если у вас есть шанс быть мамой, то нужно за него держаться всеми своими силами. Thank you.